я привык, что каждый год хожу на елку. Ну, мы и пришли на елку. Но, может, она не совсем такая, как ты привык. Елки в Петербурге уже становятся традиционными, а они с каждым годом все сложнее становятся? Да, мы стремимся идти вперед, мы стараемся не повторяться и, конечно, пытаемся усложнять спектакли, в том числе и технически. Мы на каждый спектакль пишем оригинальную музыку, создаем оригинальные костюмы, оригинальные декорации. Каждый элемент, каждое движение артистов ставим именно под спектакль и под каждый образ. На соревнованиях своя задача, там очень сложная композиция, очень сложная программа, которые долго отрабатываются. Но там есть свои определенные рамки и свои определенные ограничения. У нас правил нет, эти правила в спектакле придумываем мы сами. Но все здесь подчинено образу. Каждое движение, каждый элемент. Все, что считают мудрым давно, это, ребята, просто смешно. Тема снов, она очень интересна. С сценаристами этого спектакля выступили мы с режиссером Алексеем Малыхиным. И мы вспоминали все свои сны, которые у нас были, начиная с детства и по сегодняшний день. Чем мне нравится Новый год в бассейне, так это тем, что здесь очень тепло. И теперь мы, Карина Евдокимова и... Котов Егор. Можем передать слово нашим коллегам, у которых на празднике гораздо холодней. Почему так холодно? Я тебе говорила, надо было одеться теплее. Ты же говорила, что мы идем на елку. Да, но эта елка на льду. Новогоднее шоу Ильи Авербуха называется «Мама». А, это по мотивам известного фильма? Да, помнишь? Динь-дон, я ваша мама, я ваша мама, вот мой дом. Там козочка иногда выходила на лед, а здесь коза постоянно на коньках находится. Не все детки трехлетние, например, понимают, что такое тройной тулуп, да, им важнее увидеть перевоплощенного волка или козу, или попугая, чтобы были яркие костюмы, яркие номера. Поэтому мы делаем главный акцент на детских мероприятиях все-таки на образ. Что не случится, мы возвестим, он почему добра, разве похожи мы на бяк? Ваш волк на льду отличается от волка из фильма? Ну, конечно, отличается. Вот. Ну, мне, по крайней мере, так кажется. Там очень интеллигентный волк, а у меня такой более злой. А как вам катается с детьми? Ну, это самый сложный момент, потому что когда я надеваю парик, я вижу, как дети смотрят на меня, я понимаю, что сейчас они разговаривают не с Максимом Марининым, а с волком. Вот, и они немножко так, ну, теряются. Вот вы козлята, а ты кто? Я тоже козлята. А где твои рожки? А где твои рожки? Они остались у меня в раздевалке. А с рожками удобно кататься? Не очень. Не очень, они давят. Они... Ну, мне было бы удобно, если бы ее не давила одна застежка. Там и застежка очень неудобная. Открою я вам секрет, как быть молодым 100 лет. С утра души пляши и мой соловьёк. Все-таки это хорошая традиция отмечать Новый год на льду. Я так хлопала, что даже согрелась. Мы, Полина Марасанова и Даша Кукушкина, пойдем достанем коньки из шкафа.